Сука, запись пошла, не ори. Что? Да подожди ты, я не могу фиксин ТВ начать. А как убрать? Я вот нажму смотреть. Он не убирается. На. Что тебе убрать, блин? О, кубик. Берешь вот, тянешь Я тяну, в и он не мусорку, ну. убирается. Потому что ты говно, и тем все лучше, ты хорошо убираешь. Убирай. Что, убрал, что ли? Да. А где ты? Слушай, отвали ты от меня. Подожди, где тут это? Внизу мы. Проверка микрофона. Конечно, живой. Живее всех живых. Итак. Фиксин ТВ. Юбилейный 30-й выпуск, блядь. Начинается, суки, не ждали? Так, ну что хочу вам сказать. Сегодня я выступаю впервые на Fixin' TV таким сонным, блядь, не выспавшимся. То есть, блядь, семейная жизнь меня довела до полного охуевания в плане сна. То есть, я вот сейчас, меня жена разбудила, говорит, иди, сука, веди Fixin' TV. Хватит спать, там тебя читатели ждут. Смотрители, вернее. Короче, блядь, чтоб погромче. О, про болгарку, блядь. Ну, во-первых, я бы выпил с кружкой пива, но тут Анки нет. Анка пасет, не дает мне, блядь, выпить. Вот я, она мне дала кружку воды, чтобы мне лучше разговаривалось. Ой, блядь, а звук-то я настроил? А, вот звук. Ну, ну чё, так лучше слышно, да? Так лучше слышно, да? Вот, я просто опять не тот микрофон включил. Короче, что касается болгарки, я, во-первых, ее не бросил, а просто переформатировал наши с ней отношения. То бишь, если мы раньше встречались раз в неделю, то теперь будем встречаться раз в месяц. Я не понимаю, что здесь такого непонятно. Вы что, думаете, блядь, что вот я на болгарку молиться должен? Она у меня свет в окошке, блядь. И больше Объясни. некого ебать, что ли, блядь? Вы что, охуели, что ли? Короче, суть в том, что на самом деле болгарку просто я уже трахал, 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 и сколько можно. Вот. Ладно, если бы она еще там была такая красотка, там, Бавари, да, то ладно, там, я бы трахал и плакал. Так, простая четверка, блядь. Ну, так чё я? Кавалерна. Давай, Анка, громче, веди вместе. Чё, какого она себе кавалера нашла? Чё ты Но она же не зря сходила, она пиздишь? же пин-клуб и там стегалась всех. В свин-клубе болгарку никто не ебал. Она даже мне не дала Он свин-клуб. врет. Ну че Это я было, вру? Ой, а ты там было. была, Ты да. мне сам Там рассказывал. была и свечку держала. Ты сам мне Ой, пиздишь и рассказал. не Да краснеешь. что ты говоришь? Ты сам Ну сказал. на, свою Да бредни, не не надо мне скажи. бредить. Зачем мне бредить? Твой бред сумасшедший. Ты мне сам рассказал, а сейчас ты идешь на попятную, Так, дурак. пидор вон из чата, блядь. Здесь не место для пидорилования, блядь. Такого тупого. Что ты хочешь мне? Да.
Женой стань сначала. Дверь закрой. Не только дверь закрою, я тебя сейчас вышвырну на балкон. И там можешь вести трансляцию. Еще Курчина подтянется. Еще Курчина еще Ну, подтянется. короче, я сегодня даже план не составил, но у меня есть, конечно, о чем с вами поговорить, друзья, коллеги. У меня много новостей, которые еще не вошли, блядь, которые мы не обсосали и не обсудили. Вот. Болгарку никто там в свинклубе не ебал, как я уже Че ты говорил. врешь? Че ты Вот. врешь, даже Я не верю. четко сказал, что ее никто не Ты ебал. врешь и не Если я Анку с красивеешь. собой поведу в свинклуб, я ей предлагал, пошли, Анка, в свинклуб. Вот в Болгарку же я сходил, почему я не могу с законной женой сходить в свинклуб? Анка говорит, да, я, может быть, схожу, но трахаться не буду. Вот Болгарка то же самое, она говорила, я схожу, но трахаться не буду. Вот, то есть Закрой ты всего. с Болгаркой мы еще поебемся, не переживайте. А А вот там, чё? блядь, у меня какой-то мужик прямо пишет в почту. Типа, ну чё ж ты ее так бросил, блядь? Это первая постоянная баба у тебя за все время. Да, блядь, вы ёбнули, что ли? ЖЖ, почитайте. У меня были постоянные бабы. Правда, они сваливали со временем. Да, здесь хороший вариант. Квартира своя там, блядь. А здесь нет. Все. Не надо финансы семейные тратить. Вот просто взял, слил и получил. Что? Объясни, что это как называется, что она никому не нужна. Что? Болгарка. Да ладно, баба в расцвете сил никому не нужна, ты ебаная, что ли? Конечно, Вон нет. пол Москвы желающих. Ну да. Только дай клич. Вон, вся мамба. Пожалуйста. Блять, ладно. Идем дальше. Эй, блять, эй, блять. Теперь рассказ. Давайте к следующей горячей теме нашего выпуска. Это вонюча. Он же Иванушка, он же Джузеппе Гарибальди. Гарибальди. Короче, был такой мудак по прозвищу Иван. Вот. И, короче, как вы все знаете, он настрочил жалобу в ОПЕКу по поводу того, что здесь, дескать, ребенок в маске выступает на Фиксин ТВ. Вот. Ну, может быть, как бы факт, да, был. Он выступал в маске, но в этом ничего крамольного нету. Может быть, крамольное только в том, что я выражался матом при ребенке. Ну, крамольное в глазах общества, не в моих глазах. Я считаю, что там в мате при ребенке ничего хуевого нет. Ну и, короче, этот мудак настрочил в опеку, меня там вызывали, я решил не эскалировать конфликт, а просто не вводить малого в кадр. Вот, поэтому и перенес Fixed TV на это время. Но сам поступок от этого мудака мудацким не перестает быть, потому что это были чисто понты и рисовки. Он мог бы просто позвонить, если бы его там что-то смущало. Мы же с ним общались по телефону, блядь, когда договорились на Fixed TV. Вот, поэтому я как-то залез в его ЖЖ, набрал в поиске слово «любовница». И, блядь, смотрю, он там отзывается охуенно, блядь, о своей сексуальной жизни, блядь. Я думаю, блядь, это мурло меня учит, как жить? Про болгарку сейчас расскажу, если он клуб. Ну и, короче, блядь, я ему написал, ну, что, типа, вот все, что я о нем думаю, это стекло зассало и закрыло свой блог. Ну, потому что, конечно, он, блядь, с женой, блядь, у него ложь в отношениях, блядь. Конечно, он, блядь, не хочет правды. Потому что такие мудаки, они боятся самого себя, своей сущности, и люто завидуют тем, кто живут честно и открыто, блядь. А я что-то впадлу было сегодня арбуз покупать. Вот, ну, значит, по поводу болгарки, и 5 раз она, да, ходила в свинг-клуб. Но она, блядь, всегда нажиралась виски, чтобы прийти в кондицию. Вот, и, блядь, она говорит, что она с одним партнером трахалась в раздевалке, там, где, типа, никого не было особо. Вот уж ее там приперло, они потрахались. Потому что, типа, в VIP-комнату там очередь занята. Но очередь там вечно занята, они туда не попали. А на публике они трахаться стесняются. Вот такие приколы. Ну, правда, говорит, они там один раз с парой
МЖ познакомились, вот, и типа там согласились, уж было, ну, в кабинке какой-то, ну там публично, конечно. Вот, но эта тёлка была слишком жирная, и она еще начала эту болгарку там круче, покруче, чем мужик этот, на нее наседать, блядь, лизать там, и все, и, короче, она испугалась, и сбежали они оттуда. Ну как с такой женщиной можно ходить в свинг-клуб, блядь, я не понимаю. Я уже уснул. Я сонный, понимаете? Нет, я пиво выпил, 0,5 шпата. Хорошее пиво, блядь. Но, блядь, вот что-то как-то да. Понимаете, в моей жизни мне на все не хватает времени. Нет, шпатен я купил себе вчера на Курской. Не пизди. Ну зачем болгарку дианонить, блядь, телефон еще передавать? Да не даст она тебе хрю. Иди на мамбу, блядь. 100 телок, выбирай, и каждый говори, хочу трахнуться. Молодой, одинокий, блядь, скучно мне, блядь. И одна из статей даст, честное слово. Так вот, кстати, про мамбу. Блядь, тупые. Болгарка послала, да никуда она не послала, блядь. Ну, что он гниет, блядь? Там просто почернел зуб. Вот. Про мамбу. Расскажу забавный случай. Короче, на прошлой неделе я побил рекорд вообще по стрелкам. Ну, очень часто ходил на стрелки там, ну, практически. Вот вообще там была и скульптурная у меня встреча. Вот. Ну и короче, смотрите. Прихожу на стрелку, договорились выход из метро. Выхожу, никого не трогаю, подходит ко мне девушка, говорит, Сергей? Я говорю, да, Сергей. Говорю, ну пойдем, ну, в кофехаус, да, ну пошли. Разговариваем, разговариваем, бла-бла, туда-сюда, и вдруг бац, мне звонок, смотрю, а это звонит это, тёлка, с которой я договаривался встретиться, я в охуевании. Думаю, знаете, тогда бывает так, в кармане звонок. Звонит, я такой, это твой телефон звонит? Она говорит, не, у меня ничего не звенит. Такой, поднимаю, алло. Она такая, я здесь стою, а ты где? Я такой, блядь. Ну, короче, суть в чем? Она перепутала меня с кем-то другим, Сергеем. Он ей тоже написал смс-ку, что он в джинсах и с рюкзаком. И она меня перепутала. Бывает же такое, блядь, пиздец. Нарочно не придумаешь, что значит наша жизнь. Ну и, короче, я говорю, ладно, все, я пока-пока, договорился, там отдал ей визитку свою. Если что, если вдруг там обломится у тебя с этим, с другим Сережей, ты мне звони. А, писала мне смс. Она написала мне смс-ку, я с ней встретился буквально в пятницу, развратницу, в день ВДВ. Блять, это оказался такой дуб, честное слово, блять. Я уж давно таких не встречал. Наверное, потому что такие они не проходят фильтр мой. То бишь я там еще предварительно на мамбе там или в смс-ках по смс-ирую, и тёлки такие они отшиваются. Они понимают, что это не их случай. Блять, это тёлка, это, ну, это училка. Она, блядь, а у нее паранойя на тему ЗППП. Она говорит, блядь, я вообще, блядь, ты же знаешь, ну, она мне там прочитала лекцию о том, чем можно заразиться, блядь. Вот, что даже от поцелуя это может произойти, блядь. Это мне, который выебал 150 кисок без риска для здоровья, блядь. Пиздец. Я говорю, ну, блядь, ну, жизнь же, блядь, да, она опасна, блядь. Едешь на автомобиле, тебя могут будет въебать там в жопу вперед там и так далее. Ты, блядь, если любишь там экстрим вообще кататься там, с парашютом прыгать, можешь вообще убиться нахуй. А тут какой-то ЗППП, которое лечится, блядь, нахуй. Ну есть такое, что не лечится, там рак матки, там, или шейки матки, что-то там загрузило. И причем болеют этим только женщины, блядь. Я говорю, ну и чё, блядь, и ты вот будешь сейчас сидеть и ждать своего принца, блядь, давно ты ждешь, когда ты последний раз там ебалась, спрашиваю. И вообще, сейчас что не было такого по наитию ебаного? Ну, была, блядь, но я об этом жалела потом. Вот. Ну, короче,
в общем, ёбнутая женщина. Но я с нее взял 200 рублей, счет был на 530, она там пирожного себе взяла, чая. Надо было, я жалею, что не 300. Ну, просто если бы я взял 300, у меня там вообще по флаеру было кофе и маффин. И, ну, не знаю, я думаю, ладно, хер с ней, я заработаю, до свидания. Да иди ты нахуй вообще, Сашуля, не буду я танцевать. Потом в записи посмотришь, если что. Не, болгарка ничего не заметила. Она тихо, она вот только кончила. Ей было вообще, она там порхала где-то с бабочками в животе. Хуй знает где. Ну, а чё итальянка, блядь? Ну, вот тоже был на свидании с итальянкой, блядь. Я же говорю, рекорд по свиданиям поставил. Вообще дома не ночевала. Потом я сейчас скажу, почему. Вот. Ну, итальянка, блядь, она Сатолина. Вот. Но она не содержанка и не проститутка, она просто вот ей, ну, там, видимо, какие-то финансовые траблы, и она думает, что я там, блядь, мачо. Ну да, в первый раз я пришел в поло голубом на свидание. Вообще был такой, ну, покруче, чем я обычно. А вот в прошлый раз я пришел в этой майке задрипанной с человека-обезьянами. Короче, блядь. Ну, я не понял. Она, наверное, уже не реагировала. Она уже у него образ сложился в голове, импритинг произошел, и она уже так. И мы с ней пожрали пиццы. Вот, за мой счет, да. В прошлый раз кофе пили, в этот раз пиццу. Ну, уже целовались. Уже в прошлый раз она там типа уворачивалась, в этот раз уже все. И я так руку хоп, и ей там и трусики все прощупал через это. Вот, и там ну, трусы не залазил, он так руку уж прямо на лобок положил. У него там тонкие такие эти, как их лосины называют, блядь. Или штаны такие тонкие. У меня зубы не снимаются, они на цементе хорошие. Болгарка аналом занимается, да, чё. Вот. Анка вообще охуевшая рожа. Ну вот, и потом, короче, так еще пощупал ее по полной программе. И потом она меня подбросила, ну, до дома на машине. Ну а чё? Почему бы нет? Я же за ее пиццу заплатил. Ну что еще, за такси платить 300 рублей от Балаши? Ну а за пиццу там было в районе 700. Вот, ну, если отнять стоимость ужина 200, себестоимость, то получается 500 я на нее потратил в такие. Но пицца была вкусная. Это было Эль Патио все-таки. Так, скажем, 120-тысячный программист себе Эль Патио может изредка позволить. Да, Мур, мне похуй, что ты там с кем бы ты посмотрела, на кого бы ты ни посмотрел. Я ж тебе не предлагаю ебаться. Я гуляю с теми, кто со мной гуляет. Даже со мной Атоленки не брезгуют. Встречаться, кофе пить и ничего не замечают. А ты вот, Мур, тут пиздишь, блядь. Е, блядь, ты на себя в зеркало смотришь. Да мне насрать на тебя, Мур, понимаешь, блядь. Мне важно, что мне реальные киски говорят. А реальные киски, особенно Сатолина, блядь, встречаются и думают, блядь, что я спонсор, блядь. Только скромный, может быть, не знаю, какой-то такой вот ёбнутый программист на голову. Но богатый, блядь. Вот. Поэтому мне насрать, что там Мур про меня пишет. А что Новокузнецку? А, Новокузнецкая, да, тема, блядь. Но я вот чувствую, до вторника я не соберу бабло, потому что, ну, конечно, это было бы слишком круто, если бы как-то ее можно было транспортировать, блядь. Я помню, когда я ездил в секс-тур в Тюмень, мне поездка туда-обратно на Sky-экспрессе обошлась всего в 3000 рублей, блядь. Вот, то бишь, наше государство, сука, блядь, спасибо Путину за то, что я не могу ебать кузнечку. Спасибо тебе, товарищ Путин. Оно, блядь, перекрыло, блядь, все эти дешевые Sky-экспрессы, блядь, и так далее. И теперь, чтобы доставить тёлку на поёбку в Москву, надо заплатить 15 тысяч. За эти деньги можно 5 тысяч, ой, 5 кисок выебать, правда, по часу. Вот. Так что, блядь, чувствую, мне никто таких денег не даст. Поэтому, ну, мечта хорошая, но кто его знает, блядь. Может, еще до вторника кто созреет, блядь. Купить эти билеты, манде. Не, подмышки уже не чешутся, блядь. А, вот.
Уже все заебись. Пока мне деньги должны были скидываться в отзыфаку. Там же, блядь, не поверили, что я все потрачу, блядь, на билеты. Типа вот в отзыфак гарант всего этого. Чё, Гриша, дашь 15 тысяч? Блядь. Чё, охуел? Не, иди в хуй, а не стартуй. Пятнадцать хватит для билета Москва-Новосибирск, остальное я накину там и на поезд, блять, и так далее. Да, блять. Ну вот. Так что новость дня про кузнечку мы тоже вроде бы обсудили. Вот. Ну да, дороговато, что-то, не знаю. Спонсоры жмутся, блядь, на билет. Так что, наверное, эту кузнечку я не выебу. А вот. Хотя бы хотелось, блядь. Все-таки телка ничего такая. Ну да ладно, за эти деньги. Вон, надо осваивать уже фанатские. Со следующей недели начну, наверное, осваивать. Просто была болгарка. Ее можно было поебать. Так зачем бы, почему бы и не ебать ее? Зачем тратить бабки там и так далее? Ну, шлюха это одно, понимаешь? Она берет оплату за час. Не? А вот с такой телкой, с которой можно не спеша там поговорить, поебаться. Ну, сколько там? Ну, 2-3 часа встреча такая нормальная. Да обойдется тебе, блядь, 1000 в 7. Ну и чё? Мне тут про шлюху заливает, блядь. Не, ну шлюха хороша просто слить. Приходишь к ней там даже на экспресс или на час. Вот. 2-3 тысячи ты слил и доволен. Выебал женщину новую. А вот так вот, блядь, в пикапе там другой прикол, понимаешь? Там пообщался, она реально живая женщина, реально тебя хочет или согласна тебе дать. Вот это все нормально. Но мне 7 тысяч жаба душит на проститутку отдать, то чтобы с ней общаться. Нет, я приду, выложу 3 тысячи, выебу и уйду. Вот. И все, и нормально. Ой, блядь. Начинаем банить, а тут что-то засирают чат. Вообще хуи какие-то. Блять, я же не попадаю в кнопки. Ну так вот, продолжая наше, блядь, замечательное Фиксин ТВ. Да я не бухой, блядь, я трезвый, блядь. Я сейчас чайку наверну и фильм про зомби буду смотреть. Пошли вы все в пень. Та-ра-дам, та-ра-дам. Вот смотрите. Можно быстрее. А, глаза закрыты. Иди сюда. Ты ко мне, нафиг интернет, блядь. Будешь звездой, блядь. Сюда. Пошла ты. Мама Люба, давай, давай. Уйди оттуда, ты сейчас камеру разверни. Разверни. И все российское сообщество видит твою наглую тупую рыжую морду. Поняла? Кстати, забыл одну тему. А забыл, блядь, одну тему. Мы с Анкой уже неделю находимся в состоянии войны. То есть играем с ней в молчанку. Ну, естественно, никакого секса. А все почему?
Потому что я потребовал, чтобы это тупое животное поставило на стол карандашник. У меня такой обычный офисный стол. И я хочу, чтобы у меня на столе стояла карандашница, чтобы я туда мог взять ручку и написать, блядь. Я как бы, блядь, в порядке вещей, чтобы это стояло. Но она, блядь, тупая манда, считает по непонятным мне причинам и даже не объясняет их, что эта карандашница на столе не должна стоять. Вот. Тут вопрос даже не в карандашнице, а в том, что я вот ее за тупость, эту дебильную, я ее, блядь, короче, мы с ней воюем. Карандашница — это повод. Алло. Что? Каждый день дрочит. Прибегает и дрочит. Ну, конечно, конечно. Я потом бегу еще болгарку дотрахиваю. Вот вы видите, как Анка беззастенчиво пиздит. Вот. Но у нее такая манера жизни пиздеть, блядь. Не соврешь, не проживешь по типу. Вот такое быдло замкадное, там он так и живет по такому принципу. Да вот ничем не мотивирует, блядь. Типа мало места на столе. А тут всякие роутеры, хуёутеры валяются, блядь. И не считает, что места мало, блядь. Раньше, когда малой был, еще ладно, я типа был согласен, что можете себе карандаш там засунуть куда-нибудь в глаз. Я карандашницы не ставил, блядь. Но сейчас, блядь, меня это уже достало, заебало реально. Вот. Еще вот здесь вот, блядь, стоит вот такая хуйня. Вот. И она вот здесь вот, блядь, тупая манда хранит инструкции, блядь, от всякой бытовой техники, которые нахуй мне не усрались на столе, блядь. Давай сюда, пойдем. Их надо не выбросить, а положить в стол. Вот. То бишь, она мне засирает мое рабочее пространство всякой хуетой, Твое рабочее которая место. мне нахуй здесь надо. А вот наоборот, то, что надо, что должно быть под рукой, карандаши, она, блядь, их ложит в стол, чтобы я каждый раз, когда мне нужна ручка, блядь, лазил в стол, блядь. Ты сначала разберись. Короче, ты сначала пиздюли получи, а потом со мной Ты разговаривай. сначала Пошла нахуй, блядь. разберись у себя на работе. Нахуй пошла. Давай поиграем. Нахуй. Я уже поиграл. Да. Засрал свой офис. Иди нахуй отсюда. Пойдешь ты. Ты уже ушла. Я-то пойду. Вот, дебаты, как вы видите, прошли в теплой дружественной атмосфере. Блять. Ну как нафиг так жить? Меня, в принципе, моя жизнь устраивает. Просто жена немного ёбнутая. Ну, блядь, во всем остальном она ничего такая, женщина. Просто бывает у нее легкая ёбнутость по жизни. Ну, что делать? Вот. Ну, не бросать же, блядь, из-за этого хорошую женщину. Вот, кстати, плавно перетекаем к хуевым делам. На самом деле, все заебись. Алин, блядь, если ты мне дашь, я тебе сапсан туда и обратно оплачу, блядь. В чем проблема? Приезжай, я тебе выебу по-дружески, не как проститутку, блядь. Мы с тобой будем заниматься сексом в номерах, любить друг друга, пить вино, наслаждаться жизнью, блядь. Понимаешь? И я тебе оплачу дорогу туда-обратно, блядь. Че ты нервничаешь? Я тебе тоже в Инстаграме написал, что тупая, до тебя не доходит, блядь. Оля свежеотраханная едет в Питер. Как смешно. Ну а зачем так сразу? Ну попьем кофе там, блядь. Ну, чё? Сходим в кино, а ночью в постельку, да, чё? Ну я там не сразу, я тебя сначала клитор потереблю, чтобы ты захотела. Вот. И потом уже по накатанной, господи, старый конь борозды не портит. Вон, фан ДДДТ, тебе на Сапсан заплатит, приезжай, и я тебя тут выебу. Интересно, а этот свин ходил на день ВДВ?
Блядь. Да зачем глубоко пахать, блядь? Наше дело тонкое. Надо на 14 сантиметров в глубину. Самое то. Не до матки же доставать, блядь, чтобы у нее там, блядь, больше ничего не рожалось. Не знаю, не знаю, блядь. Я в сортах мудаков не разбираюсь, кто там интеллигентный, кто там не очень. Во! Кто-то там уже согласен. Алин раскрутила какого-то лоха, чтобы он ей купил билеты в Москву. Хочет, блядь, на экскурсию к танго-фанго в Третьяковку сходить. Ну как, бобец кончил или не кончил? Она, во-первых, сама об этом говорит. Во-вторых, у нее там конвульсии происходят, блядь, тазом и всем телом, блядь. Вот, так что мне похуй, если она там даже это играет, мне насрать. Она изобразила, что она кончила, я поверил, блядь. Че еще надо, блядь? Она, главное, успокоилась, ее уже больше трахать не надо, можно кончить самому. В чем проблема, блядь, я не понимаю. Кончил, не кончил. Мне насрать, она кончила или не кончила. Уже не в Третьяковке, танго-фанго, я знаю. Может, ты мне на халяву проездной в метро сделаешь, блядь, как фиксим, блядь. А то приходится 1200 отстегивать раз в месяц. Вот, Алина, а будешь кончать не только от моего вида, но и от моего члена. Ну, так я тебе говорю. Ты же хорошая, красивая девочка. Приезжай, блядь, сюда, в Москву, в Кучино. Я тебя с женой познакомлю. Блять, я тебя свожу в бар Леон. Здесь у нас есть. Мы там выпьем кофе, где мы с Бивисом заседали. Не, это уже будет порно. А за порно у нас в стране запрещено, понимаешь? Порно у нас в стране нету. Раньше у нас не было секса, теперь у нас нету порно. Ну а чё, почему бы нет, проездной, блядь? Должно же быть выгода от связи. Не имей, блядь, 100 рублей, а имей 100 друзей, блядь. Или 100 кисок, блядь. У меня принцип по жизни другой. Не имей 100 рублей, а имей 150 блядей. Вот так вот, блядь. Ну, блядь, каждый процентик, он, блядь, важен. Ну, практически, да, 90 тысяч, если отнять ипотеку. Ну, друзей, ты прав, у меня нет. У меня есть такие товарищи. Ну, там вот Андрей, это по бледям, Бивис, это пообщаться. Вот так вот, чтобы, блядь, ну, так даже в школе, типа, дружба была. Вот такого сейчас нет. Ну, это, видимо, и не нужно пока что. Потому что некогда дружить. Мне больше нравится... Я вкладываю свою энергию в семью, в детей и в людей. Как-то так. Ну, то есть неудобно банить в этом чате, блядь. Вот. Ну, что вам еще рассказать? Спрашивайте, блядь. Я сегодня без плана. Да, я сегодня без плана. Ну, конечно, будем, Алин, трахаться. Ну, ты спрашиваешь меня, блядь. Ты, блядь, спрашиваешь старого ебаку, буду ли я трахаться. Да, конечно, будем. Гриша, да нахуй твой пивасика. Засунь ты его себе, блядь, в гланды. Кстати, в Минск. Во, тема. А в Минск, блядь, мой врач там чем-то занят. Хуй его знает чем. Я поеду только 17 числа, блядь. Я думаю, может мне перед поездкой сделать скрининг, хотя он мне ничего такого не говорил, то есть я думаю, это будет бесцельно потраченные деньги. Сашуля 83, это ты молодая, которая, да? Ну, я не помню уже, честно говоря, твои фотки так однозначно, ну точно не пятерка, нет. Ну что ты, там что-то такое очень простое личико. Ну, четверка точно. Ты молоденькая, свеженькая. То есть тебя выебать можно так. Получить это удовольствие. Ну, ты что, на супер пятерку ты точно не тянешь. Ну, может, где-то там пятерка и пахнет. Может быть. Ну, не знаю.
общем, далековато тебе до супер пятерки. Извини, что разочаровал. Да, кстати, вот я думаю, надо уже стричься, потому что 2 недели ждать Минска, это охуеть можно. Вот. Ну, вот, кстати, насчет свинг-клуба спрашивают. Я пойду в следующий раз в Адам и Еву. Ну, потому что я не был еще там. Вот. Надо же попробовать разные вещи, что в один тот же нюанс ходить. Вот. Но болгарка, правда, говоришь, там большая площадь, там как-то очень много народу. Но зато там есть, блядь, сауна. Все, пиздрикс. Я возьму, надену, блядь, шорты такие, чтобы не позориться в этих памперсах. Тапки нормальные надену. И пойдем. Только надо телку еще подобрать. Ну, конечно, не болгарку. Она свалит, блядь, 3 ночи. Весь кайф переломит. Мне просто сказали, что в этом, как его, свинг-клубе, там этот фейс-контрол смотрит в подмышки, блядь. Если они не бритые, то сразу нахуй посылают. Поэтому я попросил Анку, говорю, Анка, блядь, ну ради такой поездки, блядь, ну давай уж ты мне бревани. И она мне бреванула. По поводу фин-статуса. Как я говорил, у меня все заебись. У меня есть запас около 30 тысяч, около 40 тысяч, блядь. И до поездки в Минск мне, блядь, их некуда тратить. Ну, есть только на бледей. Вот. Ну, в Минске я, наверное, возьму ломбик, чтобы было что врачу дать, если вдруг, чтобы опять не в долг. Ну, 4 тысячи я ему отдам. Вот, билеты я уже прикупил в Минск. Вот, то есть уже все куплено. И запас где-то на кармане 40 тысяч дожить до 17 числа. Ну что, это мало, что ли? 40 штук. Я считаю, этого достаточно, чтобы ни в чем, блядь, себе не отказывать, иначе тратить деньги фанатов. А то, блядь, сейчас закончится. Блядь, уже же август заканчивается, блядь. Пиздец, надо тратить срочно, срочником деньги фанатов. А то, блядь, что, придется перед 1 сентября все наверстывать. Короче, блядь, Анка, на следующей неделе придется идти ебать какую-нибудь проститутку. Я же должен 8 тысяч отработать, блядь, до 1 сентября. А то они, блядь, думают, что я их деньги прожрал, понимаешь? А я, блядь, никто что не прожрал, просто я как-то так ответственно подхожу к выбору людей. Но придется немножко ускориться и подходить безответственно. Блять, август начался, суки, блять. Да какая нахуй страховка? Страховку до 30 августа надо оплатить, понимаете? Вот, сейчас просто надо перед страховкой, я подаю раз в год документы в ипотеку, что у меня там нет долгов по квартире, блядь. Поэтому я заплатил 12 тысяч в прошлом месяце долгов по квартире, и сейчас заплачу 5. У меня будет очередной счет пришлют. Ну что, типа, я ничего не должен в стране. Ну, блядь, я не знаю, какое у меня сегодня состояние перманентное или не перманентное. В свинг-клубе справки из КВД не требуют. Потому что, блядь, только тупые ебанаты могут считать, что, блядь, сексом заниматься опаснее, чем ездить на автомобиле, блядь. Вот. Потому что когда ты, блядь, сука, едешь на автомобиле, блядь, тебя по статистике ждет гораздо больше неприятностей, чем, блядь, ты ебешься с тёлкой, даже с проституткой в презервативе и мироместине, блядь. Вот. Не знаю, дадут мне автолюбители соврать или не дадут. Блядь, что за скринсейвер ебучий? Спида нету, блядь. Спид выдумали ебанаты. У меня, кстати, в Мамбе нарисовалась одна тёлка, она говорит, что работает в спид-центре на Соколиной горе. Я говорю, блядь, ну спида нет. Она говорит, ну как нету, блядь, я встречаю спид. Я говорю, ну, блядь, давай я приеду. Она говорит, приезжай на Соколиную гору, посмотришь. Я говорю, я приеду, я возьму интервью, блядь, с тебя. Я хочу увидеть людей, которые реально видели больных спидом, блядь. Это же такие редкие явления, блядь, больные спидом, блядь. Короче, я считаю, что все это выдумка Всемирная организация здравоохранения, чтобы рубить бабло, блядь, и закармливать несчастных людей, которые поверили, что они больны СПИДом,
всякими таблетками типа АЗТ, себестоимость которых 5 копеек, а им продают за 5000 рублей и так далее. Те, кого выдают за больных СПИДом, они больны туберкулезом, блядь, еще какой-нибудь хуйней, гепатитом, блядь, нахуй мне их ебать, блядь. Что за тупая логика, блядь? Я что, пастер, блядь? Ебанаты. Да, СПИДа нету. Пишут, блядь, Россия под угрозой СПИДа. А где этот СПИД, блядь? Я знаю, есть люди, которые болели раком. И сдохли от этого, блядь. Что там еще? Чем еще люди болеют? А что сдохнут? Люди болеют туберкулезом, блядь. Реже я их таких не знаю, но знаю, что есть такая болезнь. Они дохнут от этого, блядь. Где больные СПИДом? Покажите мне, блядь. Где трупы больных СПИДом, блядь? Что за хуйню вы мне лечите, блядь? СПИД, блядь. Анка, блядь, в шоке. В легком ахуе. Не, ну, конечно, сексом заниматься опасно. Ну, в плане того, что все-таки есть вероятность что-нибудь подхватить, блядь, но все лечится. Вот, уж есть, я уже говорил, повторяться не буду, что опаснее гораздо ездить на, ну, скажем, на мотоцикле вообще очень опасно. Так что, если у вас есть хобби, если вы выбираете между хобби ебать баб или ездить на мотоцикле, блядь, то уж лучше ебите баб. С вами точно меньше проблем будет. От малярии делают прививки. Вот. Оспу практически победили за счет вакцинации. Что такое испанка, я не знаю. Вот. На фиксопеде ездить не очень опасно, потому что он развивает скорость 30 км в час максимально, может быть 40, я не замерял. Так что все господа присяжные заседатели. В общем, я думаю, когда победит сексуальная революция, а такое неизбежно случится, потому что, блядь, ну сколько можно издеваться над собственным телом, блядь. Бабы мучаются, не дают, мужики мучаются, некому засунуть, да? То бишь, победа сексуальной революции – это всего лишь вопрос времени. Ну, я не знаю, 100 лет, 200 там. И в конечном итоге, ну, как минимум, будет легализована проституция. Соответственно, когда будет легализована проституция, услуги, ну, бабы будут легче давать. Потому что, вот, например, у меня сценарий сейчас такой идеальный. Ты идешь на свидание, если тебе баба не дает, идешь к проститутке. Вот, и как-то особо не паришься. Вот это в Таиланде было особенно заметно. Вот знакомишься с русскими тёлками, они там что-то ломаются, пыжатся там, вот. Пьешь с ними пиво, общаешься за жизнь, блядь, они не дают, уходят нахуй, ты их посылаешь нахуй, идешь ебать в Таек. Вот та же самая будет картина, когда будет нормально легализована у нас в стране проституция. Тем более в Москве, когда это будет стоить сущие копейки, блядь. Ты, блядь, подошел в клуб, в кафе, пообщался, выпил кофе. Тёлка ушла, там не дала, допустим, или это она собирается дать на третьем свидании. Ты ее даже не провожая к метро, остаешься в кафешке, тут же, блядь, идешь там в VIP-кабинет, тебе подводят сразу двух-трех телочек на выбор. Вот то прям можно в меню рассмотреть. Или, если что, подгонят из соседнего кафешки. Идешь, ебешься, блядь. Никаких проблем я не вижу. Вот. Да, блядь, я проверял ID-карты у всех тёлок, кроме одной. Но у нее была пизда и сиськи, так что, ну, может быть, она, конечно, и переделана. Не знаю. Мне нравится тупое чувство юмора у местных комментаторов, блядь. Настолько тупое, блядь, что даже отвечать нечего. Дагестанские коты, блядь. Ну, про уроки физры в институте. Я что-то такое помню, что я бегал на носках. Бегал, потому что я забыл эти, как их называют, кеды, банально. А почему я побежал, почему я не послал, не знаю, не помню. Может, мне просто хотелось там, не хотелось в раздевалке сидеть, там ждать, пока пройдет урок или еще что-то. Вот, я вам скажу даже больше. Когда я был в секте Сансен Нуна, я бегал босиком по асфальту на утренней пробежке. Ну, у нас была такая тема,
бегать босиком. Ну, там молодежь собиралась, тусила там. Вот, а я любил бегать. Я бегал босиком пару раз. Ничего, нормально. Насчет фехтования на палках я не помню, честно скажу. Тем более селицким. Не, может, мы там и дурачились на этих, как их называют, турникетах. Где пресс качают, не знаю. Я атеистом стал сейчас, понимаешь? Ну, как я попал в Муниста, здесь там есть эта запись в ЖЖ или в Life Интернет, если тебе интересно, почитай. Что-то я простудился, блядь. Простудитель. Вот. Да, с кредитами все заебись, господи. Висит надо мной кредит 320 тысяч, будет дальше висеть. Чего вы так переживаете, не понимаю. Там буду потихоньку его обслуживать, потихоньку его буду уменьшать. Вон, Мастбанк и так каждый месяц уменьшается. Ну и чё? Ой, не дождетесь вы, когда я сдохну. Не, у меня просто еще этим летом аллергия всегда на что-то. Хуй знает, надо сдать анализы. Вот, я сегодня Зертека ёбнул, и вроде не чихаю, так еще аллергия накладывается, блядь. Спида нету, блядь. Спида нету, суки. Запомните, блядь. Спида нету. Нету спида. Спид глубоко. Вот, еще одна тема. Что я проверяю про болгарку, блядь? У, по Турции. Блять, понимаете, господа, мне некогда писать. Я же этот активный полевой пикапер. Я хожу на пикап, и мне некогда записывать, блять. Я хожу на стрелке, мне некогда записывать это все. Я понимаю, что вам интересно почитать про итальянку, про культурную, да? Про даже там, я не знаю, про вот эти вот все происшествия, которые, где меня тёлки путают с другими, да? Или вот как я встречался с тёлкой, которая у меня записана как лошадь, ей 25 лет. У нее зубы такие прикольные, как у меня, лошадиные. Вот, она мне сказала, я подумаю и напишу там, типа, мы встретимся еще или нет. Кстати, про культурную. Ну, просто некогда записывать это все. Блять, Скайфер, ну ты ёбнутый. Что значит, я ее обидел? Мы с ней еще будем ебаться, не переживай. А в чем я ее обидел, блядь? Я ей что, обещал любовь до гроба? Ну просто мне ее надоело ебать еженедельно. Если она кому-то культурное в жопу и дает, то явно не мне. Мне она еще пока даже не дала ее пропальпировать. Ну хорошо, хоть за себя платит, кофехаус. Это уже радует. На 600 рублей счет оплатила, блядь. Я охуел немножко. Честное слово. Я там пил кофе, а она пила два капучино. Вот получилось на 600 рублей. Да, болгарка это такая углошлифовальная машина. Короче, про культурную. Я, блядь, сегодня напишу в этом. Ну, не сегодня, блядь, а когда-нибудь напишу в ЖЖ. Там у нас с ней после последнего свидания состоялась такая смс-переписка ожесточенная. Ну, в смысле, оживленная. Там я, ну, напирал все время намеки на эротику, на еблю. А она там типа тоже так подыгрывала. То есть я понял, что у нее уже там поджимает, блядь. И тоже уже хочется поебаться. Вот. Так что, может быть, это культурно и станет какой-нибудь 150 с чем-то там киска. Я уже со счета сбился. Только Excel помнит это все. И короче, в чем проблема еще? Вот этот жесткий диск Seagate, на котором я храню фотки, он, сука, меня заебал уже. Честно, пионерская. Он там, блядь, теряет файлы. То бишь, я вот на него недавно скопировал музыку, скачанную с торрента. Он, блядь, половину потерял, а вторая половина нулевые файлы. Я не знаю, или это глюк винта, или это глюк, как его называют, блядь, туркрипта. Ну, короче, я заказал в понедельник, покупаю новый винт в связном. Тошиба.
за 2400 и перекачаю все файлы туда, потому что пиздец, ненадежно какой-то этот Seagate, внешний диск вообще говно какое-то, терабайтник. Какое нахуй сидение в Якитории в субботу или воскресенье? Я под домашним арестом, блядь. Вы чё, не понимаете? Да, я чуть не забыл про долг профанатам. Хорошо, что вспомнил на Фиксин ТВ. А то, блядь, 1 сентября-то на носу. И мне, блядь, выставят, блядь, на счетчик поставят, на проценты, блядь. А этого бы не хотелось. Я же пацан сказал, пацан сделал, блядь. Все, блядь, собираем остатки эрекции и готовимся к эякуляциям. Ну так, покачиваю порнуху иногда, посматриваю там, что там свежие какие-то. Мне в последнее время нравятся темы Тинс и Букаки. Не, бесшумного компьютера не будет. Не будет бесшумного компьютера пока что. Нахуй он нужен. Хотя тут большой сломался. Я думаю, потом бы куплю планшетник из Китая. Как только ситуация нормализуется, где-нибудь уже, когда вот заплачу страховку, где-нибудь к началу октября, куплю ему планшетник из Китая, и он дойдет, и будет он на нем играться. Так что такие дела. Вот, ну вроде бы все рассказал, блядь. Сейчас буду чаек с Анкой гонять. Вот. Может быть, она все-таки решится карандашницу поставить и не эскалировать дальше конфликт. Что-то ни одна сука, блядь, не пишет. Что, чат завис, что ли, блядь? Как не вовремя, блядь. Как не вовремя завис этот тупой чат. Ну, где же вы, бляди? Ну, где же вы, бляди? Выручай, выручайте дядю. Блядь, чё он не играет? Ну, не знаю, тут меня слышат или не слышат, блядь. Вот. Что-то как-то эта неделя была на работе в плане напряженной. Вообще так упахался, блядь, что полный пиздец, блядь. Вот сейчас даже не могу выспаться до сих пор. Что-то как-то было тяжко. Да, Букаки это зачетная тема. Но видите, я когда был в свинг-клубе, поучаствовал в гэнг-бэнге. Хоть что-то, блядь, в своей жизни испытал новое. Так что не зря. Вообще так получается прикольно. Я, блядь, куда ни попаду, везде, блядь, вляпаюсь, блядь. Вот я, блядь, пошел в клуб, блядь. Видите, какой из-за этого получился шухер. Да. Так что я не знаю, блядь. Если сходить в стрип-клуб, то что из этого получится? Ну, я, правда, уже ходил. Там, наверное, ничего особо не получается. Но после, конечно, свинг-клуба, стрип-клуб это так. Детская шалость. Я схожу к Варабе, блядь. Вот, на этого. Тантра секс, блядь. Точно. Это следующее по плану, блядь. Вот там я оттянусь. Но это уже, наверное, в сентябре, когда я исполню свой фанатический долг. Ну, не знаю, блядь. Барс, ты бы этот смс-ку скинул, что ли? Я не знаю. Вот, если сейчас Анка будет выебываться и не даст, то можно вот сюда в Лион пойти, блядь, посидеть, попиздеть. Ой, ну, блядь, мусора с порнухой, блядь, это давняя тема. Чё её мусолить, блядь, почитайте в ЖЖ. У меня есть статья «Порно-борьба» на эту тему, про этих мудаков в погонах. Анка, наверное, заснула. У нас сегодня будет Фиксин ТВ бесконечное. Будем конкурировать с Гриша ТВ. Чтобы этому ебанату, который сейчас рулит некоторым антисообществом после того, как вонюча выпилил. Чтобы ему сегодня, блядь, никто не пришел. Внешне я мерзкий, зато в душе романтик. Поэтому бабы и дают. Помнишь, был такой граф Пейрак? Он вообще был ужасен, блядь. Но Анжелика, блядь, ебала. Ой, блядь. Любила его до усрачки, блядь. То есть он ее ебал, она усиралась в душе. Вот.
Так что поэтому, блядь, надо быть в душе романтиком, блядь, если ты хочешь ебать баб. Ну или, конечно, можно там себе сделать пластическую операцию, там, напидриловать рожу, накачать, блядь, хуйню. Трицепсы, блядь. Но тебе это, блядь, ничего не даст. Потому что главное оружие мужчины сексуально, это не хуй и не бицепс, а это мозг. Ну а я че, уебан что ли, блядь? Нет, что ты? Был бы я уебаном, хуй бы вы меня читали. Завистники. Ну да, что-то Анки с роутером не хватает. Тут 2 минуты остается. Я даже не знаю, заканчивать или продолжать. Хочу вам рассказать о вечной проблеме нехватки свободного времени, блядь. Вот, блядь, решил составить список своих задач. Что мне нужно сделать? Ну, у меня в Варде, блядь, я его редко просматриваю, блядь. Чаще так оперативно. Но, блядь, иногда какие-то хорошие темы забываются. Вот. Но я его сначала перенес из Варда в Excel. Потом перфекционизм победил. Я думаю, надо, блядь, все-таки перенести их в 1С. Я же там PIM писал и все такое. Вот, ну, блядь, думаю, ну а как ими управлять, этим простым списком задач? Какой прощаемся? Дай мне минуту нормально прощаться. Уважаемые фиксофаны, пришла карма и все. Да. Надеялся. Подожди.